Комсомольский на Амуре государственный технический университет – ведущий вуз Дальнего Востока. Известный не только в России, но и за ее пределами. На сегодня университет включен в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». Является победителем конкурсов программ развития инновационной инфраструктуры и стратегического развития вузов России. Является партнером школьной лиги «Роснано» и победителем конкурса проектов «Новые кадры для оборонно-промышленного комплекса России». Мы стремимся войти в число самых высокотехнологичных вузов страны и делаем ставку на энергию и амбициозность молодежи. КНАГТУ. Энергию Востока в развитие страны.